Колорадо одержал победу над Сент-Луисом в матче регулярного чемпионата НХЛ 5-2 и стал 16-й участником Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. Ранее в плей-офф от Западной конференции пробились Нэшвилл, Лас-Вегас, Виннипег, Анахайм, Миннесота, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, от Восточной конференции Тампа-Бэй, Бостон, Вашингтон, Торонто, ПТТС, БУРГ, Филадельфия, Коламбус и Нью-Джерси. Игры плей-офф начнутся 11 апреля и продлятся до июня. Сейчас известно, что в первом раунде сыграют пары Вашингтон, Коламбус, ПТТС, БУРГ, Филадельфия, Виннипег, Миннесота и Колорадо, Нэшвилл. Будь в контакте с